сезон года. 12 месяцев, 12 песен, 12 мест. Здравствуйте, дамы и господа. Вы смотрите хит-парад «Шансон года» на Шансон ТВ. С вами Аня Каверина. От всей души поздравляем вас с зимними праздниками. А чтобы настроение было на 100% новогодним, мы приготовили подарки. В нашем праздничном выпуске хит-парада «Шансон года» прозвучит очень много ярких, веселых и душевных песен. Вы увидите эксклюзивные кадры из жизни любимых музыкантов и узнаете, что готовит год 2013. Мы расскажем, что интересного происходило на протяжении года с нашей хит-бригадой, где мы успели побывать, что увидели, что узнали и услышали. В общем, устраивайтесь в любимом кресле поудобнее. Мы отправляемся в увлекательное путешествие по 2012 году. Хит-парад «Шансон года». В год своего пятилетия телеканал «Шансон ТВ» запустил в эфир новый музыкальный проект «130». Кто бывал в доме Высоцкого на Таганке, знает, что проект «130» — это не просто концерты. Это встречи с любимыми артистами в теплой, непринужденной обстановке. Это общение, которого на обычных концертах не получить. Но штука в том, что когда я писал эту песню, тогда Султан Брунея, в общем, был самым богатым человеком в мире. Прошло время, с ростом благосостояния российских граждан, попал куда-то в третью десятку. В фокусе телекамер «Шансон ТВ» в 2012 году побывали артисты и музыканты, для которых в песнях самое важное – человек. С его душой, непростой судьбой, житейскими историями и смелыми надеждами. Я сочиняю вам стихотворение, я начиняю его озарением. Барышня, барышня, вы безвозвратно пьяны. В 2013 году нас всех ждут новые имена, новые встречи и новые акустические программы. Следите за анонсами проекта «130» на телеканале «Шансон ТВ» и на нашем сайте в интернете. А пока давайте вспомним самые яркие моменты эксклюзивного проекта «Шансон ТВ» за 2012 год. В моем сердце цветы, в моем сердце цветы до сих пор не завяли, хоть и были морозы. Хоть и были морозы в моей грешной судьбе. Я куплю для тебя все цветы на вокзале. И таксист отвезет меня прямо к тебе. Хризантемы белые, белые тюльпаны. Все деньги выберу и тебе куплю. И не буду строить я никакие планы. Просто принесу цветы и скажу «люблю». Может быть, ты одна, может быть, ты одна, или кто-то есть, все же ничего не изменит, ничего не изменит. Это в сердце моем. Дни разлуки прошли, дни разлуки прошли. Ты мне стала дороже. И я верю, что мы, и я верю, что мы снова будем вдвоем. Хризантемы белые, белые тюльпаны. Все деньги выберу и тебе куплю. И не буду строить я никакие планы. Просто принесу цветы и скажу «люблю». Планы. Просто принесу цветы и скажу «люблю». Ла-па-рай,
скажу, люблю. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест. Многие люди мечтают сделать в жизни что-то необычное. Написать книгу, сочинить хит о любви, нарисовать картину, которую в последующем назовут великим творением, связать одеяло с футбольное поле или еще что-нибудь столь же выдающееся, но не у всех у них получается. Когда их спрашивают «почему?», они обычно отвечают «нет времени, нет сил, нет вдохновения». Я советую этим людям пообщаться с Вадимом Куземой. У этого человека есть все – и вдохновение, и силы, и, как итог, множество хитов о любви плюс собственные книги. Говоря о ярких событиях 2012 года, мы не можем оставить без внимания выход в свет книги Вадима Куземы «Четыре угла на зеленой улице». Это книга о том, что, в общем-то, судьба наша предопределена. В этом случае наша жизнь похожа на большой мост без перил, ведущий через пропасть, по которому идет поток людей. По центру идут все, прижимаясь друг к другу, там безопасно. А по краю можно бежать, но там опасно, можно сорваться. Но можно бежать, обгоняя всех и все. И каждый в этом случае выбирает для себя то, что ему присуще, то, что ему понятно. Это не первое издание автора. Ранее уже вышли в свет два психологических детектива «Война нервов» и «Цена любопытства». А «Четыре угла на зеленой улице» — это роман. Вы чувствуете, да, насколько серьезно настроен Вадим Кузема? Мы открываем вам маленький секрет. Книга писалась очень тяжело. Многие сюжетные линии возникли уже по ходу, а концовка оказалась неожиданной даже для автора. В конце романа «Четыре угла на зеленой улице» стоит фраза «Продолжение следует» со знаком вопроса. Как это расценивать, решать уже вам. А пока вы думаете, в чем же отправиться в магазин, предлагаю посмотреть выступление Вадима Куземы в проекте «130». Кстати, акустическая программа «Сколько стоит покинуть родину», сыгранная в доме Высоцкого на Таганке, оказалась настолько успешной, что Вадим повторил ее в Германии в русском доме. Как-то раз в лесу под вечер вкусно выпить и поесть собралось большое вече, всех, пожалуй, и не счесть. Солнце рухнуло за ели, месяц плыл, рукой достать. Распоясались тут звери, давай байки сочинять. Я откуда это знаю, заблудился я тогда, и на дереве над стаей провисел всю ночь дрожа. И глаза сомкнуть боялся, ветер елку верьте, доверьте. Если б я не удержался, им бы был еще б десерт. Заяц, вываливши пузо, лежа на одном боку, речь завел, вертя картузом, как он жил в другом лесу, как ему там терли лапы и ложили в рот морковь. В общем, жил, как крестный папа, вот подонок, нет слов. И медведь был на посылках, делала массаж леса, а зайчих любил так пылко, что не помнил их лица. В общем, враж вошел косяра, выпендрясь и так и сяк, прыгал тут и там босяра и упал в ручей во враг. Волк из миски ром хлебая врезал зайцу в зад пинка. Помню, мы волчиной стаей ночью вышли на стрелка, обложили его в круге, не впервой ведь на стрелков, а он, собака с другом, влез на ель и был таков. Волк наверх взглянул сердито, и меня пробило в дрожь. Вот ведь падла нарочито, вынь стрелка им и положь. Волк продолжил, ель качнули, а не палить по нам. И картечью полоснули мне по уху, видишь? После этой канонады к ним подмога подошла. Без трофеев, без награды наша стая в лес ушла. А медведь расхохотался, ель качнули. Вашу мать, труханули б ель, как грушу, и как шишки б собирать. И при этом очень сильно врезал лапой по стволу. Я слетел, сука, на ветку, до утра не доживу. А медведь с размаху волку на башку надел горшок. С ваших басен нету толку, крот, налей на посошок. Расскажу вам по секрету, а кто пустит слух в лесу, вроде посторонних нету, мозги в щепки разнесу. И задрав в степи колени через поле без помех, приходила из деревни ко мне тёлка на ночлег. Бык ее ревнивый страшно вслед погоню посылал. В общем, был любвеобильный, если правда ей не лгал. Было бы все чики-чики, только дело шло к весне, а берлога у затоки стала мокро в ней везде.
И пришлось с ней расставаться. Страх ее держал тайком. Медвежонком разродиться, а не от быка телком. Выпил, крякнул и свалился. Бурый прямо под сосну. Тихо рявкнул сучье племя, пока с пьяну не уснул. Звери все поразбрелись, по кустам, по норам спать. Крот же 5 минут дождался, давай всех их оббирать. И набрал мешок трофеев, мелочь шишки, колбасу. Баснословцев корифеев на своем вертел носу. Я тихонько слез и деру, в доме глядь, бежал босой. Ни на споры, ни без спору, я влез больше ни ногой. Лучше в темный зимний вечер заберусь я на кровать. Запалю тихонько свечи, буду байки сочинять. Буду байки сочинять. Фу. Хит-парад «Шансон года». Супруга Михаила Танича Лидия Николаевна Козлова уверена, что у артиста должен быть Божий дар. Спорить с этим утверждением ни в коем случае не будем, а лишь добавим. У артиста должен быть Божий дар и хороший клип на хорошую песню. Я предлагаю вспомнить 5 наиболее ярких видеоработ, попавших на телеканал «Шансон ТВ» в 2012 году. Открывает список клип на песню Сергея Трофимова «Наблюдение во время прогулки». С присущим сарказмом и юмором артист наглядно показал, что и как происходит в нашей стране. Опа, опачки, дайте кто-нибудь Богу его очки, а то чё это мне стрёмно. В отличие от Сергея Трофимова, его коллега по цеху Стас Михайлов шутить не привык, а поэтому в его видеоработах всегда все красиво, благородно и серьезно. Смотрим клип на песню «Спаси меня». Главную роль в клипе сыграла известная актриса Екатерина Климова. Видео получилось настолько реалистичным, что если бы мы не знали, насколько Стас предан своей супруге, то можно было бы подумать, что между ними и Екатериной действительно есть страсть. Но я найду тебя между землей и небом облака. Несут меня, ругаясь, ветром небеса. Дождем весны меня моют, Бог простит и мне откроет, где любовь моя. Презентовали в 2012 году совместное видео и такие именитые артисты, как Иосиф Кобзон, Григорий Лепс и Александр Розенбаум. Музыканты сняли клип на песню «Вечерняя застольная». Говорят, при съемках этого видео плакал даже режиссер. Давайте его посмотрим. Поднимем за удачу. На тропе тяжелой, чтоб ворон, да не подан каркал. По чарке. Артур Руденко, долгое время не показывающийся массовой аудитории, решил все-таки выйти из так называемого творческого подполья. Видео на песню «Без любви твоей не смогу» получилось красивым, трогательным и душевным. Это первый клип артиста. Напомню, в словах песни написал Михаил Гуцериев, а музыку – Вячеслав Клименков. Сама же песня вошла в состав сборника «Калина Красная 20». И приду к тебе, прибегу, и в глаза любви посмотрю. Посмотрев, навсегда пойму, без любви твоей не смогу. Пока Александр Ломинский колесит по городам и весям с концертами в поддержку альбома «Ты знала», на телеканале «Шансон ТВ» пользуется большим спросом клип на одноименную песню. Видео действительно получилось интересным. Тут и трагедия, и комедия, и, конечно же, любовь. В общем, чего рассказывать, смотрите сами. Фантазия опасна, и насколько ты прекрасна. Ты знала, ты знала, ты знала, это счастье быть с тобою, стань моей судьбою. Хит-парад «Шансон года». 20 апреля в Государственном Кремлевском дворце при гипераншлаге прошла 11-я церемония награждения премии «Шансон года», что, безусловно, стало одним из самых ярких событий 2012 года. Золотые статуэтки в виде гитарного грифа получили артисты, которых выбрала вся страна при помощи большого народного голосования. А победители, в свою очередь, исполнили для зрителей Кремля лучшие песни в сопровождении аккомпанемента оркестра «Симфоджаз» под управлением Сергея Жилина. Yeah.
Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Александр Новиков, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Сергей Любавин и многие другие известные артисты порадовали гостей церемонии не только своими песнями, но и красивыми постановочными номерами, некоторые из которых нам запомнятся надолго. Группа «Лесоповал», к примеру, предстала перед всеми в смокингах. Сергей Трофимов вышел на сцену с маленькой дочкой. Это будущая народная артистка России Елизавета Сергеевна Трофимова. Ваши аплодисменты! А во время выступления Ирины Круг на сцене Кремля появился образ Михаила Круга. И давность фото явно подтвердит. Загадка глаз, как у Марины Влади. В качестве ведущих церемонии в 2012 году радио «Шансон» и телеканал «Шансон ТВ» решили представить своих эфирных звезд. Но открыть-то церемонию мы и открыли. Только мне кажется, что люди совсем не понимают, а кто, собственно, на сцене. Как мне кажется, это не главное, узнали нас или не узнали. Главное, что нас наверняка узнали по нашим голосам, поскольку впервые в истории церемонии награждения премии «Шансон года» сегодня ее проведут музыкальные ведущие радио «Шансон». Все, что происходило 20 апреля в Кремле, было как-то очень тепло и по-доброму, как это может быть в компании близких друзей, где все свои. Остается только сказать «Прощай, Шансон года 2012», «Здравствуй, премия Шансон года 2013». Вы знаете, это вот награда, на самом деле, всех людей, кто в течение года голосует. Это искренне. Спасибо. Это наша еще очередная ступень. Спасибо, люди. Спасибо, родные. Хит-парад «Шансон года». Замерли все стрелки часов, словно назло. Время на нас молча глядит через стекло. Льет за окном ливень седой, сердится град. Сколько ночей я без тебя жил наугад. Я ждал, ждал так долго, что не перечесть. Но знал, знал, что где-то ты на свете есть. Ты как последний глоток вина, и ты приходишь сюда без слов. Такая яркая, как я, постепенная. Тебя никак не испить до дна, и ты рождаешься вновь и вновь. Моя незваная любовь обыкновенная. Передо мной в небе ночном твой силуэт. Мне так легко и хорошо, прошлого нет. Тихо стою, еле дыша, рядом с тобой. Чувствую вновь, чувствую нас снова живой. Я ждал, знал так долго, что не перечесть. Но знал, знал, что где-то ты на свете есть. Ты как последний глоток вина, и ты приходишь всегда без слов. Такая яркая, как я, постепенная. Тебя никак не спит до дна, ты рождаешься вновь и вновь. Моя незваная любовь обыкновенная. Ты как последний глоток вина, и ты приходишь всегда без слов. Такая яркая, как яд, постепенная. Тебя никак не спит до дна, рождаешься вновь и вновь. Моя незваная любовь обыкновенная. Любовь. Хит-парад «Шансон года».
Летом 2012 года в Абхазии прошел первый международный мотофестиваль «Абхазский берег». Его провел российский мотоклуб М8, город Мытищи. Казалось бы, какое отношение имеет мотофестиваль к шансону? Как выяснилось, самое прямое. Мотоклуб М8 пошел дальше других королей автострады и обратился к нам за информационной поддержкой. Отказать ребятам мы не смогли. Всю дорогу в рядах колонны байкеров птицей развивался флаг шансона. Желающие сфотографироваться под символом правильной песни рвали, в хорошем смысле, флаг на части. Мотофестиваль «Абхазский берег» – акция беспрецедентная не столько по числу зрителей, сколько потому, что объединила и мотоциклистов России, и Абхазии, и байкеров из других стран. Здесь, в Абхазии, срослись рок и шансон. Да-да, именно шансон. В гоночную тусовку был приглашен, а сейчас внимание, Вилли Иванович Токарев. Это мое второе посещение Абхазии. Я помню, здесь был в 1968 году на Пицунде. Я выступал с ансамблем «Дружба» с Эдитой Пьехой, с концертами. И вот с тех пор я не был. Больше полвека прошло. Я снова... Она не изменилась, такая же чудная природа, такие же добрые люди. Ну, немножко статус страны изменился, но ничего. Пройдет время, и все вернется на свои места. Если там людям даже черным очень жарко, и город делает себе большой стриптиз, а наша риточка прикрылась ниточкой, и все мужчины предлагают take me please. В общем, летом 2012 года качественный жесткий рок смешался с настоящим русским шансоном. Осилить этот взрывной музыкальный коктейль решилась молодая, но подающая надежды группа «Край сна». Ребята исполнили кавер на песню Вилли Токарева «Четыре слова» в рок-обработке. Я очень благодарен, что они исполнили мою песню. Значит, она им понравилась. А для меня это высшая награда. Вилли Иванович Токарев, вдохновившись духом мотофестиваля, этим же летом совместно с лучшими работниками «Шансон ТВ» снял клип «Бутылочка хорошего вина». Мы довольны этой видеоработой, именно поэтому ее съемка в числе самых ярких событий 2012 года. Бутылочка хорошего вина, как воздух и как солнце мне нужна, чтоб в меру и для кайфа захмелеть. Наше сердце должно, но все горести сердца уносит вино. И я всю жизнь веселую мою вино с друзьями регулярно пью. С друзьями пить вино не устаю. С друзьями я танцую и пою. Целый мир выносить наше сердце должно, но все горести сердца уносит вино. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Аня Каверина. Вы смотрите праздничный выпуск хит-парада «Шансон года». Мы представляем вашему вниманию дюжину самых ярких событий из жизни «Шансон ТВ» за 2012 год. Специалисты отмечают, что в 2012 году в России случился настоящий бэби-бум –
В это сложно поверить, но каждые 3 минуты в нашей стране на свет появляется новый житель. Внесли свою лепту в повышение рождаемости и артисты шансона. В семье певца и композитора Игоря Слуцкого в 2012 году появился долгожданный сын Ванечка. Это будет происходить регулярно, так как в этом, наверное, заключается смысл моей жизни. Мы от души поздравляем артиста с этим событием и желаем всем членам семьи Игоря крепкого здоровья. Порадовались в 2012 году мы и за Михаила Шуфутинского. У маэстро появилась внучка Ханна Рене. Девочка родилась в американском Сан-Диего в семье младшего сына шансонье Антона и его супруги Бренди. Сразу же самую лучшую в новый мир старых друзей. Сам знаменитый дедушка в этот момент находился на гастролях, но, несмотря на большое расстояние, самым первым получил фотографии новорожденной внучки, сделанные в первые минуты после ее рождения. Радостное событие произошло и в семье Елены Ваенги. В августе певица стала мамой. Кстати, выступала артистка практически до 9 месяца. Именно поэтому многие даже не догадывались о ее беременности. Мы поздравляем Елену с первенцем, желаем ей и ее сыну Ивану крепкого здоровья, а всем телезрителям Шансон ТВ советуем брать пример с молодых родителей. Аккуратнее, если вы не пробовали, просто 100 раз подумайте, потому что удивятся все – соратники, соседи, сослуживцы, а самое страшное – вы. Хит-парад «Шансон года». 2012 год у телеканала «Шансон ТВ» выдался очень насыщенным. В нашем эфире появились не только новые программы, но и новые сериалы. Поэт, певец и композитор Александр Новиков представил широкой публике сериал «Настоящий». В 1984 году Александр Васильевич записал свой знаменитый альбом «Вези меня, извозчик». И сразу после этого по сфабрикованному уголовному обвинению был осужден и приговорен к 10 годам лишения свободы. Прежде чем приговор был, наконец, отменен Верховным судом России, а обвинение признано незаконным, артисту пришлось провести в заключении ни много ни мало 6 лет. Вот тут вот так вот стоял, вот на этом месте, и смотрел в окно, вот на этот дом. Вот так стоял, пел, вези меня, извозчик. Один раз пригнали. С двух кладбищ. Да, с двух кладбищ собрали, да, оркестры, тут же записали по улице Жмуровни тут Абрама. Улицы жмуром несут Абрама, в тоске идет за ящиком семя. Вдова кричит сильнее, чем пилорама, и нет при нем ни денег, ни ружья. Все, что показано и рассказано в сериале «Настоящий» – чистой воды правда. Мы обязательно повторим этот фильм в 2013 году, а прямо сейчас, как говорится, не отходя от кассы, давайте вспомним еще одно яркое событие жизни телеканала «Шансон ТВ» Александра Новикова – выход в свет автобиографической книги «Записки уголовного барда». Книга – бомба. Книга очень интересная, она не столько обо мне, сколько о времени, о тех людях, которые были со мной рядом в те дни, и вообще о системе в целом. Ну, в общем, много чего эта книга включает, ее читать очень интересно. То есть не потому, что я ее написал, я это говорю, а потому, что это действительно так есть на самом деле. Все, кто ее не читал, все говорят, что начиная читать, оторваться очень трудно. Удивительная вещь – память. Она не умеет врать, пишет известный шансонье. Она не носит в себе долго плохое и злое. И если не стирает совсем, то закапывает на самом дне и укрывает хорошим. Так начинает свои размышления о прошлом легендарный шансонье. В записках уголовного барда также представлены стихи и редкие фотографии из личного архива артиста. Так что самым преданным поклонникам Александра Новикова мы советуем обязательно посмотреть и сериал, и прочитать книгу. Песков неоткрытых Америк так просто не встретишь сейчас. Но все-таки был этот берег, а-ха-ха, для нас. Без песен, без модных пластинок, а каждое фото с тобой светилось, как снимок, а-ха-ха, плейбой. Плейбой, как либретто прошедшего лета, с русалкой в воде голубой. Но кто на это не пишет про это? Плейбой, плейбой, плейбой. С испорченными тормозами лечу камнепадами с гор, расстрелян твоими глазами, а-ха-ха, в упор. В
ударе все летние блюзы, и мысли роятся уже осколками взорванных музык. Ха-ха-ха-ха, в душе. Ой, бойка ты бретта прошедшего лета, с русалкой в воде голубой. Но кто на это не пишет про это? Плейбой, плейбой, плейбой. Слепые глаза фотокамер по снимкам сложили не блюз, давили моими руками, а-ха-ха, на спуск. А море сквозь стыд обнажалось и волнами пляс. Какая красивая шалость, а-ха-ха-ха, у вас. Плейбой, как либретто прошедшего лета, с русалкой в воде голубой. Но кто на это не пишет про это? Плейбой, плейбой, плейбой. Хит-парад «Шансон года». Раз в год улицы одного из красивейших городов Беларуси расцветают яркими афишами. И это добрая примета? Значит, в городе праздник «Славянский базар». Поездку в Витебск в 2012 году наша команда запомнит надолго. «Славянский базар» — это большие концерты, незабываемые шоу и, наконец, момент объединения самых близких и дружественных народов славян. Политика строит свои лабиринты, а песня, объединяя родственные души, дает возможность снова открыть братские объятия навстречу друг другу. Именно поэтому вот уже который год на наших концертах в Витебске полный аншлаг. Шансона без базара не бывает, шутят белорусы, скупая билеты на гала-концерт звезд «Шансон ТВ». К участию в концерте на «Славянском базаре» были приглашены как корифеи шансона, так и совершенно новые для Белоруссии исполнители. Несмотря на свою большую популярность, Денис Майданов был приглашен на «Славянский базар» впервые в жизни, о чем он с удовольствием всем и рассказывал. Зал шикарный. Я много залов в своей жизни видел, но «Славянский зал», «Витебский зал» на «Славянском базаре» — это, конечно, нечто. Он очень масштабный, широкий, но зрителей очень хорошо слышно, и поэтому здесь какая-то фальшь, лажа не пройдет. И ты чувствуешь тонкие грани каждого человека сидящего, есть там эмоции или нет. Поэтому очень приятно было выступать. Душа моя, любовь моя, несмотря на расстояние, рядом буду я. К слову, артисты шансона в долгу перед белорусами не остались и приготовили для них много музыкальных новинок. Любовь Шипилова, к примеру, предоставила зрителям сложный по постановке дуэт с Сергеем Рыбачевым. Артисты исполнили песню «Душа моя», посвященную людям, находящимся вдали от близких. Удивили зрителей «Славянского базара» Екатерина Голицына, выступив дуэтом с Валерием Курасом. Песню «Ты одна, я один» написал для них Андрей Пряжников. Песня до этого прозвучала лишь однажды на концерте «Памяти круга», встретила горячую поддержку зала, после чего было решено представить ее в Витебске. Ты одна, и я один, ну так что же мы сидим? Не растраченную нежность мы друг другу отдадим. Спасибо, провожаем Валеру. Валера, спасибо большое. Спасибо за эту прекрасную дуэтную песню, которую он мне подарил, собственно, так же, как и я ему. Не дай мне уйти одной домой, там пустота и холод. «Славянский базар» 2012 занимает в списке знаковых событий для «Шансон ТВ» почетное место. Хит-парад «Шансон года».
Переполнен я тоской, опять разлука обманною тропой. Вела меня подруга, жила ты не любя. Ушла со смехом, осталась от тебя. В душе лишь эхо, эхо любви, эхо разлуки. И я твои целую руки. Эта вуаль несет лишь муки. Вернись, вернись, вернись. Эхо любви, эхо разлуки. И я твои целую руки. Эта вуаль несет лишь муки. Вернись, вернись, вернись. Говорил без лишних слов любви, признания, обманная любовь. Несла страдания, влюбляла, не любя. Игра, разлука осталась от тебя. В душе лишь мука. Эхо любви, эхо разлуки. И я твои целую руки. Эта вуаль несет лишь муки. Вернись, вернись, вернись. Эхо любви, эхо разлуки. И я твои целую руки. Эта вуаль несет лишь муки. Вернись, вернись, вернись. Я счастье потерял, любви взаимность, надежды жил, не ждал. Любви обидно и не знал, что ты уйдешь. Смеясь со смехом, оставив свою ложь душевным эхом. Эхо любви, эхо разлуки. И я твои целую руки. Эта вуаль несет лишь муки. Вернись, вернись, вернись. Эхо любви, эхо разлуки. И я твои целую руки. Эта вуаль несет лишь муки. Вернись, вернись, вернись. Шансон года. 2012 год для поклонников Михаила Круга, да и для всего шансона по-русски, год по-настоящему знаковый. Прославленному и поистине народному шансонье Кругу в этом году исполнилось бы 50 лет. По трагическому совпадению в этом же году мы отметили круглую дату и со дня его ухода – 10 лет. И хотя история не знает сослагательного наклонения, многие наверняка согласятся со мной в том, что если бы Михаил Круг был жив, он, вне всякого сомнения, являлся бы артистом номер один, чью популярность с большой вероятностью не смогли бы перебить успехи очень многих и многих востребованных ныне певцов и певиц. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Мои друзья, с кем я рос, во дворе, учился в школе, они вот сидели с уроки. И вот с их разговоров я поначалу переписывал у них, где придумываю сам. Обычно с их слов в голове рождается сюжет. Это особое такое чувство. Когда пишешь, даже не зачеркиваешь слова, говорит, а письма пишешь целиком сразу, с листа. То, что они мне говорят, то, что я придумаю сам, добавлю. Так получается. Жиган лимон, мальчишки симпатичные, жиган лимон, с тобой хочу гулять, жиган лимон, с ума сводил отличниц, тебя жиган, хочу поцеловать. Михаил Круг ушел на самом взлете своей музыкальной карьеры, и мы даже примерно не можем представить себе степень народной любви к этому артисту, которая даже 10 лет спустя кажется безграничной.
Память великого шансонье в 2012 году телеканал «Шансон ТВ» почтил большим концертом в Твери. Танцуй, любимая, танцуй, меня как прежде зачаруй, чтоб шелк распущенных волос. Музыканты привезли с собой свои лучшие песни, а выступление Ольги Кормухиной довело зрителей буквально до точки кипения. И не надо лишних слов. Пожалуй, это был лучший фестивальный концерт из тех, что были проведены в Твери. Хит-парад «Шансон года». Музыкант всю ночь играл на корпоративе. Он устал, он понимал, что не перспективен, что давно пора менять и стихи, и соло. Но не мог не сочинять строчки песенки веселой. А песенка летела в города, с собою согревая в холода, да-да. И по волнам спешила прямо к сердцу твоему, не думая зачем и почему. А песенка летела в города, с собою согревая в холода, да-да. И по волнам спешила прямо к сердцу твоему, не думая зачем и почему. Не берег здоровья, но себя на сцене жег до последней капли крови. И однажды он упал на дороге пыльной, на прощание услыхав из окна автомобиля ту песню, что летела в города, с собою согревая в холода, да-да. И колонна спешила прямо к сердцу твоему, не думая зачем и почему. А песенка летела в города, с собою согревая в холода, да-да. И по волнам спешила прямо к сердцу твоему, не думая зачем и почему. Согревая в холода, да-да. И по волнам спешила прямо к сердцу твоему, не думая зачем и почему. А песенка летела в города, да-да-да-да-да, да-да-да. И по волнам спешила прямо к сердцу твоему, не думая зачем и почему. Парад «Шансон года». Телеканал «Шансон ТВ» и радио «Шансон» представляют. Проект «130» вновь собирает друзей. 9 февраля в Доме Высоцкого на Таганке. Анатолий Полотно и Федя Карманов в сопровождении эстрадного оркестра с новой концертной программой «Добрый вечер». Добрый вечер. Пусть останется тепло от нашей встречи. Начало в 19 часов. Заказ билетов по телефону 8-495-639-54-54. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
И снова здравствуйте, дамы и господа. С вами Аня Каверина. Вы смотрите праздничный выпуск хит-парада «Шансон года». Вспоминая самые яркие события 2012 года, мы не можем умолчать о юбилейном фестивале «Бархатный шансон», который прошел в Греции на полуострове Пелопоннес. Для звездных участников фестиваля был выбран один из самых лучших отелей полуострова – пятизвездочный «Альдемар Олимпия Вилледж». Может, для кого-то это окажется новостью, но первоначально «Бархатный шансон» задумывался как ежегодный региональный съезд радиовещателей, а превратился в знаковый международный музыкальный фестиваль, в котором принимают участие самые яркие звезды шансона. Артисты пели, отдыхали, раздавали автографы, играли в пляжный футбол, волейбол, теннис и с большим удовольствием в неформальной обстановке общались с гостями фестиваля. Знаете, что здорово? Мы же вот артисты, мы такие все занятые, ужасные. И вот мы так часто созваниваемся, знаете, так часто списываемся во всяких там соцсетях, по-быстренькому по имейлу, быстренько смс-очками, скорректировали гастроли. И вот здесь вот мы наконец-то все наговорились, досыта насплетничались. Ну и общение, я еще раз повторюсь, потому что вот это мне, для меня самое дорогое. Как со зрителями, так и с коллегами. Это как бы и какая-то такая энергетическая подпитка очень мощная и профессиональная. Очень много интересных советов, очень много интересных историй, очень много интересных рассказов. И самое главное, очень много интересных и теплых людей. Особенно мне понравилось в этом году, что я была единственной женщиной. Я считаю, что это было самое большое достижение этого года. Целым событием на «Бархатном шансоне» стал квартирник от Михаила Бублика. Артист собрал в своем номере отеля всех, кто неравнодушен к творчеству Булата Акуджавы, и на протяжении часа исполнял песни своего кумира. А в остальные дни Миша принимал участие в вечерних концертах, исполняя уже свои песни, которые давно стали хитами и полюбились миллионами зрителей канала «Шансон ТВ». Предельная человеческая близость и неформальность общения – традиция для фестиваля «Бархатный шансон». Впрочем, лучше всяких слов об этом скажет это видео. Смотрим. Дадим сказать поклоннику, Юр? Ужасный поклонник Юрия Гальцева. Вы знаете, в прошлом году на регате самая лучшая песня, которую запомнили все, а это была песня Юрия Гальцева. Скажите все. Ну, слушаю. Ух ты! Мы вышли из бухты. Это была песня гимн. А где травки? Девочка в розовом сарафане. И мама ее отпускала гулять. Каждый день с любым из артистов можно было поговорить о жизни, расспросить о творчестве, сфотографироваться на память или просто взять автограф. Парад «Шансон года». Да, скажи одновременно, меняются времена, и все непонятно мне, во мне. Я не успеваю жить, один плюс один сложить, что правда здесь, а что нет. Ночь, завишу от тишины, от осени до весны, я снова живу во сне, в том сне твоей и моей войны, свободы или тюрьмы, пытаясь оставить след и узнать здесь, что да, что нет. Уходи, дверь закрой так, чтобы осталась пустота, чтобы я мог помечтать снова один, прости, над моей пропастью там. В оружии играет труба, такие новости. Мы две разные плоскости, вода разной плотности, пытаемся как-то плыть, оплыть. Пытаемся все быстрее, в сознании быть острей, найти своей жизни нить и исчезнуть быстрее, чем быть. Уходи, дверь закрой так, чтобы осталась пустота,
чтобы я мог помечтать снова один, прости. Над моей пропастью там во рже играет трумба. Такие новости. Уходи, дверь закрой так, чтобы осталась пустота, чтобы я мог помечтать снова один, прости. Над моей пропастью там во рже играет трумба. Такие новости. Уходи, дверь закрой так, чтобы осталась пустота, чтобы я мог помечтать снова один, прости. Над моей пропастью там во рже играет трумба. Такие новости. Такие новости. Такие новости. Хит-парад «Шансон года». Пожалуй, сегодня уже не найти человека, не знающего, что такое интернет. Сотни людей по всему миру пользуются интернетом чаще, чем телевизором. Практически каждый из нас зарегистрирован в социальных сетях, а общее количество поисковых запросов в мире превышает отметку в 6 миллиардов в месяц. Интернет стал привычной частью жизни граждан. Именно поэтому в глобальной сети в свое время появился электронный журнал «Время шансона». Найти его может каждый, зайдя на официальный сайт станции «Радио Шансон». В 2012 году интернет-журнал «Время шансона» был объявлен лауреатом национальной премии корпоративных медиа «Серебряные нити». Издание стало победителем в номинации «Яркие визуальные решения в корпоративном издании». Мы поздравляем создателей журнала «Время шансона» с этой наградой и ждем в 2013 году новые интервью и самые актуальные новости из жизни шансона. Хит-парад «Шансон года». В ноябре 2012 года Москву и Санкт-Петербург поразило фантастическое шоу «Эх, разгуляй». Десятки тысяч зрителей в России и за рубежом оказались свидетелями нереально красивого праздника, в котором приняли участие звезды и ведущие радио «Шансона» и телеканала «Шансон ТВ». Ну что, поехали? Эх, разгуляй! Все, что происходило на «Разгуляе», действительно было нереальным. Были и космическое ралли, в которое вместе с шоу-балетом «Тодес» отправился Михаил Бублик. И магия жарких песен от Михаила Шафутинского. Не смотри на меня так жестоко. Этот вечер я пью без остатка. Взгляд хмельной не боится упрека. Сладко. И огромная поляна ярко-желтых живых цветов. Тысячу и одна штука, оживших на песне Любови Шипиловой. Не ждала, не гадала, не думала, что сойдутся дорожки пути. Нас любовь паутинкой окутала, сваха жизнь нам не дала. И волшебный эликсир молодости, сделанный самой Еленой Ваенгой. Я узнала интересный момент, что и Ван Гог, и Матисс, и Дали курили табак, употребляли абсент, и кое-что, кстати, тоже могли. Курили табак, употребляли абсент, и кое-что, кстати, тоже могли. Меня спросили, как вам возвращение на сцену? Я первые две минуты искренне не могла понять, а я куда-то уходила? В общем, все, что придумала режиссерская группа радио «Шансон» и телеканала «Шансон ТВ» в истории «Разгуляя», было сделано с таким размахом, поверьте, впервые. Приходи ко мне поужинать, я тебя сегодня скушаю. Чую, кто-то смотрит на меня, зло таращится. Присмотрелся, теща там моя в ветках прячется.
Налью себе настоечки и втайне уступлю полпоечки, полпоечки тому, кого люблю. То, что сегодня я вижу, вот это шоу, подтанцовки, балет, яркие, красивые ведущие, красивые артисты, сегодня как-то просто вот намного красивее. Я в таком шоке, что у меня до сих пор мне как-то не отойти. Вы только что выступили, Михаил Захарович, и уже не в первый раз. Шуфутинский только что выступил, уже не в первый раз и, надеюсь, не в последний. Точно неизменным остался драйв. Осталась любовь в публике, которая сегодня чувствуется просто неимоверно. А что новое? Новое оформление, новые экраны и, конечно, новый состав ведущих. 6 человек и все ведущие радио «Шансон». Ну, конечно, это добавляет весу «Эх, разгуляю». Суммарное количество зрителей, наблюдавших за праздником сайта «Радио Шансон» и «Шансон ТВ», составило более 26 тысяч человек. Более того, в 2012 году «Шансон ТВ» решил расширить возможности своей трансляции и открыл отдельную страничку сайта на YouTube. Вы не поверите, но нас смотрели даже в Йемене. Порадовали гостей «Эх, разгуляя» 2012 и ведущие праздника. Як романтично пахне ковбаса, и помидоры в банці зашарились, а в пляшечке так тихо, як роса, горілочка домашня причаїлась. У нас у каждого был свой образ и своя роль на сцене. Я искренне надеюсь, что вам понравилось все, что происходило на «Разгуляе», потому что, честно, поверьте, мы все старались от души. Но если прорубим себе дорогу в «Шансон», значит, мы будем, девочки, группа «Просика», и будем петь что-нибудь типа следующего. «Ты мне домик купи у пруда». Подмосковье. К финалу всенародной танцплощадки у артистов и организаторов лихорадочно блестели глаза. У журналистов отваливались от беготни ноги. Кто-то временно потерялся в пространстве, а кто-то совершенно охрип. Но это, как говорится, издержки. А смелые спецэффекты превратили шоу в фантастический спектакль, сделанный с большим вкусом и любовью. По Тверской по улице ходят девки-умницы. Лимита залетная, толпы фермачей. Есть да тачки разные, Бентли, Роллсы с Маздами. В них сидят красавицы, жены москвичей. Просят денег нищие, грязными ручищами. Может, кинет денежку добрая душа. По шоссе Рублевскому господа кремлевские и другие граждане едут не спеша. Плавают кораблики по Москва-реке. Кто в метро на фабрике, кто в офис в БМВ. Кто похмеляется, кто кросс бежит с утра. Кому чего здесь нравится, веселая Москва. На Тверской на улице парочки целуются. И полны товарами фэшн-бутики. Курточки миланские, цены марсианские. Не пугают модников города Москвы. По кольцу Садовому, по Арбату Новому катится на роликах юная Москва. Щипачи умелые, кошелечки спелые подрезают гражданам около моста. Плавают кораблики по Москва-реке. Кто в метро на фабрике, кто в офис БМВ. Кто похмеляется, кто кросс бежит с утра. Кому чего здесь нравится, веселая Москва. Около Сокольников хулиганят школьники, а Москва как будто бы в пробках замерла. Шофера ругаются, им оно не нравится. Только что поделаешь, горе не беда. Едут не пугаются, всякое случается. Улицы московские видели не то. И блатных с волынами, и ментов с дубинами. Видели Высоцкого лично не в кино. Плавают кораблики по Москва-реке. Кто в метро на фабрике, кто в офис БМВ. Кто похмеляется, кто кросс бежит с утра. Кому чего здесь нравится, веселая Москва.
плавают кораблики по Москва-реке. Кто в метро на фабрике, кто в офис БМВ. Кто опохмеляется, кто кросс бежит с утра. Кому чего здесь нравится, веселая Москва. Ничего в нашей жизни не проходит просто так, это факт. И встречаем мы только тех людей, которых должны встретить. Яркий тому пример – давнее знакомство телеканала «Шансон ТВ» с Катериной Голицыной. Мы часто пересекались с артисткой на разного рода концертах и с большим удовольствием всегда брали у нее интервью. А в 2012 году решили пригласить Катерину на роль ведущей программы «Короткий разговор». И вы знаете, мы не прогадали. Артистка подошла к делу с присущими ей профессионализмом и железной хваткой. Как итог, программа «Короткий разговор» стала еще ярче и интересней. Этот разговор будет несколько необычным. Потому что я хочу рассказать вам о себе. Стоит отметить еще одно яркое событие 2012 года в жизни Катерины Голицыной и телеканала «Шансон ТВ». В свет вышел долгожданный альбом «Другая». Работа над пластинкой продолжалась 2 года. На ней 15 песен и 2 бонусные композиции, которые, как никогда кстати, придутся в эти новогодние праздники. Так что спрашивайте альбом «Другая» в музыкальных магазинах страны. Я уверена, что этот релиз станет одним из ваших любимых на долгие-долгие годы. Не умоляй, не надо, ключ оставлю и уйду. Знаешь, я даже рада, что себя вот так краду. Очень короткая пьеса, очень пафосный роман. Сказочный принц и принцесса, в этой сказке все обман. Я теперь другая, и себя сжигаю. Я не хочу быть просто другом, я не ангел, ты пойми. Я теперь другая, и любовь теряя, я так боюсь, что вместе с ней я потеряю этот мир. Встретим огни рассвета в разных комнатах теперь. Трудно представить это, навсегда закрыта дверь. Мы разлетелись на части, есть отдельно ты и я. Нет ни любви, ни страсти, я чужая, не твоя. Я теперь другая. Сжигаю. Я не хочу быть просто другом. Я не ангел, ты пойми. Я теперь другая, и любовь теряя, я так боюсь, что вместе с ней я потеряю этот мир. Потеряю этот мир. Я теперь другая. Я теперь другая. Другая. «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12
20 мест. Творческая бригада хит-парада «Шансон года» на «Шансон ТВ» еще раз от души поздравляет вас с новогодними праздниками. Пусть в ваших семьях, домах всегда будет тепло и уютно. Пусть все желания, загаданные в новогоднюю ночь, исполнятся. И пусть вам будет счастье, здоровья, любви, больше радостных, счастливых дней. И до новых встреч в эфире телеканала «Шансон ТВ».